как в детском саду. Учреждение с таким подходом открыли в Тюмени для пожилых людей. Оно первое и пока единственное в регионе. Хозяйка центра Татьяна Чернышова давно мечтала об этом, но получилось воплотить идею в жизнь только после обучения в школе социального предпринимательства. За нами ухаживают хорошо. Есть коллектив хороший. Вот. В центре для пожилых проводят гимнастику и мастер-классы. Работает психолог-реабилитолог. В расписании трехразовое питание, прогулки на свежем воздухе. Пенсионеры находятся в саду только днем, но предприниматели намерены развиваться. Минимум это 3 таких центра в городе с разной локацией, чтобы можно было охватить разные районы. Вот. И далее все-таки стационарный, либо пансионат, либо жилой комплекс с сопровождаемым уходом. Сейчас социальные предприниматели могут рассчитывать на грант до 500 тысяч рублей, а также поддержку от регионального инвест-агентства. Центр мой бизнес оказывает и по бухгалтерскому учету консультационные услуги, и по налогообложению, то есть какие-то мероприятия образовательные по каким-то компетенциям, то есть у нас есть комплексные услуги.